Первый способ – ребром ладони. Нужно от края до края быстро провести ребром ладони, слегка касаясь экрана. Второй способ – быстро нажать и сразу отпустить две кнопки питания и сделать тише. Третий способ – вот вы можете сделать себе вот такую кнопочку и мгновенно делать мешок, только ее нужно будет